Существует риск, что к осени прекратится выдача паспортов, заявил директор агентства госуслуг Владислав Зара. Администрация президента призвала отменить тендер на закупку 1,5 миллиона бланков для документов. Он был объявлен еще в апреле. Его стоимость составляет почти 500 миллионов леев. В администрации главы государства подозревают, что в рамках тендера реализуют коррупционную схему. В этом году истекает срок действия более 300 тысяч паспортов. В июне выросло количество запрашиваемых населением документов. Было выдано 63 тысячи паспортов. Во время отпусков это число может быть еще больше. По оценкам агентства, в сентябре выдачу придется приостановить. По словам Владислава Зары, в июне его дважды вызывала Анна Ревенко, советница президента по вопросам национальной безопасности. Неоткрытым текстом предложили отменить уже запущенный тендер. Это же предложил советник президента господин Негруца, но никаких письменных указаний мне не давали. Ничего индикации для субъекта удат инскриз. Пресс-секретарь президента Сарина Штефырце это подтвердила. По ее словам, Владислава Зару проинформировали о наличии признаков сговора и призвали не проводить закупки, пока ситуация не прояснится. На этой же встрече его попросили объяснить постоянное повышение тарифов в агентстве, в итоге признав его аргументы неубедительными. Штефырце также выразила мнение, что негодование Зары вызвано тем, что администрация главы президента обратилась в связи с этим делом к правоохранителям. Получить оперативный комментарий в Генеральной прокуратуре не удалось, поскольку в пресс-службе на звонки не ответили.